Доброчинный проект «Дары добро» пополнил свою скарбонку запоминальных акций. Сегодня на базе агросядибы под Гомелем волонтеры отряда «Открытое сердце» организовали свято на свежем поветре для особливых детей. Примерковали подею до надыходящего дня ведов. Особливую увагу надали будущим першоклассникам. С подробязностями Евгения Кухаронок. Снег, сирот лета, велизарные мыльные бурбалки у небе и аквагрым. Дитячие аниматоры здесь сняли соправдные цуды и все для юных гостей свята. На этот раз удел у акции приняли каля 30 семьев, у яких выховываются особливые дети. Они приехали под Гомель из разных кутков в области, как провести разом вольный час, посяброваться и отримать позитивные эмоции. Волонтерский отряд насчитывает более 70 человек. И получается, когда кто-то, у кого-то есть какая-то идея, эта вся идея бросается на весь волонтерский отряд. И развивается, и в итоге получаются вот такие вот мероприятия замечательные. Третий год нам наши друзья предоставляют вот эту вот агроусадьбу, где здесь для них все. Есть развлечения, аквагрим, катание на лошадях, сладкий стол. На следующей неделе мы также планируем посещение детей на домах, которые не могли прийти на это мероприятие. До доброчинного проекта «Дары добро» подключилось немало необъяковых людей. До акции с их помощью были собраны портфели со школьными принадлежностями для першоклашек. Неотъемный атрибут школьника вручили подчас свята. Я думаю, что да, неважно, где они будут обучаться. Самое главное, что в ближайшее время они уже перелистнут действительно первую страницу своей, скажем так, уже более взрослой жизни, которая будет напитана знаниями, напитана новыми открытиями, напитана мечтами. Организаторам акции удалось навод здійснить дитячую мару. Мне подарили большую карту. Я очень рад. На самом деле он очень любит географию, очень любит вот историю, по карте что-то смотреть, собирать. У него с детства пираты, карты. Он рисуйте ему карты, маленький всегда был. И уже просто вот. Они карты же изнашиваются, обрисовываются, обливаются. Вот он хотел очень большую карту, но он просто и не ожидал, что ему подарит. Он сегодня на самом деле вот очень счастлив. Доброчинный проект протягивает дарить добро и далей. Напереди еще шмат мероприемств. Идейность волонтеру, здається, не має межу, а все тому, что у подяку яны отримливают найлепший подарунок – усмешки детей. Евгений Кухаронок, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».